Всем привет! Очередная сборка инсайдерская Windows 11 под названием 22463. Опять же, точка 1000, почему-то последние уже три последних с таким названием. Ну да ладно, как бы вот она у меня скачивается, 64% осталось. Значит, что изменилось? Хотел ее скачать и записать видео, но решил записать так, потому что тут хочу показать, что изменилось. Значит, то есть какие проблемы. Значит, в этой сборке исправили проблему с треем. Опять это все вот этот, не знаю, у них когда-то панель задач. Постоянно с ней проблемы возникают. Вот сейчас, если посмотрите, у меня вот как бы ярлыки все, они сползали вправо. Вот видите, вот здесь вот, да, вот не до конца тоже торчит половина. То есть это вот в последней сборке я заметил такую проблему, и никак это все дело не убрать. То есть тут написано, что вот в этой сборке они решили эту проблему с этими ярлыками. Ну вот это отлично, как бы. Хорошая новость, так скажем. Вот тут написано, что основная сборка вот эта в основном заточена под исправление ошибок. Тут, кстати, их немало. Я уже все прочитал. И некоторые довольно-таки полезные, так скажем. Так. Что вот написано, да, про панель задач. Вот. Что они решили проблему, да, вот она. Смещение или обрезание исправлено. То есть вот про то, что я только что говорил. Так. Ну, это нам не интересно. Вот, кстати, что интересное появилось. Microsoft PowerSize. То есть, сейчас я пролистаю вниз. Кто не знает, что это такое, это, собственно говоря, вот такая вот вещь. Вот она. Теперь она появилась в Windows 11 в магазине Microsoft Store. И кто любит такие вот приложения, такие вот программы, то может ее скачать. Значит, она, конечно, не для всех. Это такая вот, даже не знаю, как ее назвать. В общем, программа для тех, кто шарит, так скажем. Вот, для них это хорошая новость. Значит, давайте про исправление. Еще дочитаю я то, что здесь еще изменения и улучшения. Закруглены углы всплывающих окон, отображающие их при нажатии кнопки идентификации дисплея в настройке дисплея. Так, ну тут про цвета. Добавлен значок рядом с ползунком громкости в быстрых настройках, чтобы сделать параметры управления конечными точками звука более доступными. Сейчас у нас как бы вот так все выглядит. Так, у меня почему-то все время включается вот этот вот фокусировка почему-то все время включается. Не знаю почему. Она включается сама. Что довольно-таки странно, но ладно, короче. Так, обновлена папка специальных возможностей Windows в списке всех приложений начального, так, специальные возможности. Так, параметр фокус, ассистент фокусировки. А, наверное, вот он и включился, потому что он, возможно, сейчас уже обновился. Пока я записываю это видео, возможно, он уже просто обновился, и он сам включился там из-за этого. 69, а, ну вот, скачивание, 100%. Сейчас будет установка. Так, исправление. Здесь как бы у нас вот интересно почитать. Давайте почитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. К
Короче, 36 ошибок я насчитал, которые они исправили. Читать я их не буду, почитайте сами под этим видео. Я ссылку оставлю в описании под видео на этот сайт. Так, давайте почитаем теперь про известные проблемы, которые могут возникнуть при установке этой сборки. Это более интересно. Так, МДМ, у кого устройство, не получит эту сборку. Далее, пользователи, обновляющие сборки 22.0.x или более ранних версий, на более новые сборки канала разработки с использованием последней версии iOS канала разработки, могут получить следующее предупреждение, сообщение. Сборка, которую вы пытаетесь установить, подписана Flight. Так, интересно. Чтобы продолжить установку, включите подписывание рейса. Если появляется это сообщение, нажмите кнопку «Включить», перезагрузите компьютер и повторите попытку обновления. Вот оно что. Интересно. В общем, еще один геморрой прибавится у кого-то при установке, при обновлении. Значит, дальше. В некоторых случаях может оказаться, не удается ввести текст при использовании функции поиска. Так, возникает, нажмите Windows плюс R. Панель задач иногда мерцает. Господи, с этой панелью задач они, ну, никак они не могут все решить проблему, чтобы она нас не бесила. Постоянно с ней проблемы какие-то возникают. Какой-то кошмар. Ну, в общем, тут сами почитаете все. Читать тут можно до бесконечности. Магазин, магазин. Это я уже прочитал, да, вот про эту вот программу. Вот, посмотреть, появилась она часто. Прямо сейчас появилась. Кому-то она нужна, кто разработчики, кто занимается более плотно Windows 11. Я думаю, большинство-то людей не будут эту программу скачивать. Я вот, честно говоря, даже не знал, что такая программа есть, вообще существует. Так, обновление, кстати, в магазине я проверяю постоянно, ежедневно. Захожу и нажимаю «Обновить библиотеку». И каждый день тут практически приложения, установленные на моем компьютере, они обновляются. Обновляется центр отзывов, фотографии. Кстати, фотографии новые. Кто не видел, вот, кстати, расширения обновились. Языковые, вот этот установщик языков обновился за последнее время. Вот он, пакет локализации интерфейса. Раза 3-4 точно обновился за последние несколько дней. Мне нравится, что нового. Мне понравилось. Фотографии как обновились. Стало, короче, намного все поинтереснее. Вот, видите, iTunes, пакет опять интерфейса на русском языке обновляется. Расширение для изображений опять обновляется. Вот такая вот интересная у нас история. Если мы зайдем, так, виджеты посмотрим. Так, это не виджеты. Куда я нажал-то, перепутал. Так, то здесь у нас ничего нового нету. Фотографии. Фотографии. Сейчас я вам покажу, кто не знает. Кто еще не пользовался. Они обновились довольно-таки. А, ну вот, недоступен OneDrive. Почему-то. Ну да ладно, в другой раз это отдельно можно сделать. Это приложение для фотографий. Про него видео записать. Все как-то долго, все долго обновляется все это. Безусловно, это не радует меня. Вот видите, вот панель задач. Вот калькулятор у меня наполовину торчит. Сейчас я восстановлю это новое обновление. Надеюсь, как у них написано по их, с их слов, что вот эта проблема исчезнет. Так. Что у меня? А у меня скачалось обновление. Скачалось обновление фотографий. В
OneDrive почему-то запустился. Зачем мы знаем вот это? Так, ну тут что, все я прочитал уже. Все прочитал. Что-то читать больше нечего. Количество сборок, ну это уже было до этого написано. Все, ждем 5 октября, короче, осталось совсем чуть-чуть до финальной версии, когда можно будет Windows 11 уже обновить всем. Осталось совсем немножко времени, всего-то осталось 12 дней, это буквально. 2 недели меньше 2 недель. Все на этом, друзья. Сейчас я это буду дело устанавливать, перезагружать ноутбук, смотреть, что у меня исправилось. На этом всем спасибо за внимание, всем пока. Это под этим видео я, значит, ссылку на этот сайт оставлю, кому интересно почитать, под видео оставлю. Все, всем пока.